Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я вам хочу показать сайт для автоматического зарабатывания денег. Суть этого сайта совершенно проста. Нам для этого нужно установить браузер Google Chrome. У кого он уже установлен, вам его устанавливать не нужно. И установить официальное расширение с интернет-магазина Google. Расширение называется SurfEarner. Ну что ж, давайте приступим к регистрации на данном сервисе. Переходим на основную страницу этого сервиса, опускаемся ниже и видим инструкцию по регистрации. Регистрация займет очень мало времени. Итак, что нам предлагает сервис? Первый шаг. Установить расширение для браузера Chrome, Яндекс или Amiga. Все они построены на одной базе, на Chromium. Поэтому подойдут эти три браузера. Переходим на вкладочку «Установите расширение». Итак, мы зашли в интернет-магазин Chrome. Перед нами небольшой обзор, как он будет работать, этот сервис. Подробности, отзывы и похожие. Нам дальше ничего не нужно. Жмем на кнопочку «Бесплатно», так как расширение абсолютно бесплатное. Жмем и жмем кнопочку «Добавить». Жмем «Добавить». Так, установили расширение, установлено. Закрываем вкладочку магазина. У нас появился вот такой значочек. При нажатии на него у нас высвечивается кнопочка «Войти». Пока нажимать ее не нужно. Дальше возвращаемся к основному сайту. Далее, второй шаг. Нам нужно зарегистрироваться в системе. Жмем «Регистрация». Нас перебрасывает на вкладочку для регистрации. Далее, что нам нужно сделать? Вписать ваш действующий электронный адрес почты, на который вам придет пароль от вашего личного кабинета. Вписывайте ваш именно действующий рабочий ваш email. Далее выбираете страну из выпадающего списка. Далее вписываете город, это очень важно. День, месяц и год рождения. Дальше указываете мужчина или женщина. После всего заполненного проверьте еще раз ваши вводные данные, чтобы они были верны, и жмете на кнопочку «Регистрация». Далее вам на почту придет письмо, в котором будет указан ваш логин. Логином является ваш email и пароль от вашего аккаунта. Вы его обязательно сохраните, запишите. После того, как вы получили письмо, возвращайтесь на главную и жмете на кнопочку «Войти». Вот на вот эту. Жмете. Ну, так как у меня уже зарегистрирован аккаунт, вот мои регистрационные данные, я нажимаю «Войти». Итак, после входа на сайт SurfEarner вы попадаете как зарегистрированный пользователь. Далее жмем на кнопочку «В личный кабинет». Вот мой личный кабинет. Здесь совершенно все просто. Вкладочка «Ваш баланс», где будут начисляться ваши денежные средства, личные данные, мои рефералы, люди, приглашенные по вашей рефсылке, и вывод средств. Вывод средств осуществляется от 30 рублей. От 30 это минимальная сумма. Далее жмете на вкладочку «Платежная система», выбираете подходящую для вас платежную систему. На данный момент их три. Это Kiwi кошелек, Яндекс деньги и WebMoney. Далее
Здесь снизу указываются ваши запросы на выплату, то есть вся ваша история по выплатам. Теперь, что нам нужно сделать с расширением? Жмете на кнопочку, вы автоматически входите в нее, так как вы уже авторизовались на основном сайте. Теперь, что здесь есть? Это кнопочка в личный кабинет. При нажатии ее вы попадаете в свой личный кабинет. Тот же самый, который я вам только что показывал. Давайте закроем. Теперь далее. Есть кнопочка «Включено» и «Выключено». Так, значит, жмем «Включено», открываем любой сайт. Для примера откроем Яндекс. Итак, как вы видите, сверху браузера, вверху браузера появился вот такой вот баннер. Это реклама, за показ которого нам будут начисляться деньги. На данный момент высвечивается вот такой баннер. Это баннер самой системы. Это объявление не оплачивается. И вкладочка «Почему не оплачивается?». Я вам на своими словами все расскажу. Когда появляется в системе рекламодатель, он заказывает показ своих баннеров. Вот за них вы будете получать деньги. То есть вам не нужно ни кликать. Ну, если вас заинтересует, конечно, реклама, вы можете кликнуть и посмотреть на сайт рекламодателя. А так, вам больше ничего не нужно делать. Вы также точно просматриваете сайты. Просто у вас будет высвечиваться баннер. Как только рекламодатель закажет баннер, вам он сразу же будет оплачиваться. Вы увидите это в статистике. При нажатии на ваше расширение здесь будет написано, заработано сколько рублей, сколько просмотров вы совершили баннеров и сколько кликов совершили по баннеру. Каждый просмотр баннера, каждый, полностью оплачивается. Также, если вас интересует этот сайт как рекламодателя, то здесь все совершенно просто. Вы переходите в свой личный кабинет и в разделе «Рекламодатель» можно добавить свой баннер. Жмем на кнопочку «Добавить баннер». Здесь вы можете посмотреть тарифы. Показ каждого баннера будет для вас стоить 3 копейки, а переход по вашему баннеру будет стоить 10 копеек, не так много. Далее указывайте ссылку на ваш ресурс рекламируемый. Далее тип баннера, изображение или текст. Если выбрать изображение, здесь вы можете загрузить свой баннер. Но ограничение по баннеру — это 90 пикселей по высоте. Далее, ширина баннера. Как вы загрузите, у вас здесь появится свой баннер. Далее, таргетинг. Фильтр по странам, по городам, по полу. То есть, неважно, мужчина или женщина вас интересует. Далее, возраст. И ограничения кампании. То есть, ваш бюджет на рекламную кампанию. Начало и завершение. И жмете «Добавить баннер». Как только пройдет модерация ваш баннер, он сразу же появится у пользователей вверху каждого браузера Chrome. В общем, основу я вам показал этого сервиса. Сервис только набирает большие обороты. Баннеров будет очень много. Зарабатывать будем довольно неплохо. Также для рекламодателей будет огромная аудитория. Ну, на этом, наверное, все.